отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Здравствуйте, друзі. Я так понимаю, чем ниже рейтинг, тем глубже приходится доставать языком. Посмотрите на Владимира Владимировича Дорогого. Да. Бесценного, Семенян, бесценного. 52 миллиона рублей в день. Просто бесценного. Для меня это вчера был сеанс такой, знаешь, персональной психотерапии, вот когда я сидела в этом зале. А ну давайте посмотрим на этот сеанс. Может, все-таки лучше к психиатру сходить? Может, к психиатру? Совершенно расслабленный. Абсолютно, в хорошем, да, смысле слова. Уверенный в том, что он делает. Уверенный в том, что он говорит. Уверенный, слава богу, в будущем. И уходить человек не хотел, на секундочку. Да, он же сколько времени с нами провел? Четыре часа практически. Да. Он говорил, говорил, говорил и не хотел уходить. Так а что, разве кто-то откажется за 52 миллиона рублей в день посидеть в кресле 4 часа? Посвистеть, попереливать из пустого в порожнее. Много ли денег расходуется на всякие вот действия? Я не заморачиваюсь об этом. Как думаете, откуда эти деньги берутся? Ну, конечно, с меня. Из своего кармана все это оплачиваю и не заморачиваюсь. Ну, почему нет? Вам не жалко? Нет. Я думаю, наш верховнокомандующий знает, что делает. Помните истории про японцев, которые прятались в джунглях, не верили, что закончилась Вторая мировая? Это все фигня. Он в России живет человек, который не знает, что отменили крепостное право. Вы думаете, россияне еще долго будут все это терпеть? Я думаю, да. Нас так воспитали. Я сама родилась при Путине и, по-моему, умру при Путине такими темпами. Американцы. Она говорит, умрет при Путине, если вы так медленно помогать будете. Давайте уже как-то соберитесь, там, Хаймарсы, F-16, все, что надо, давайте, помогайте побыстрее закончить. А вот для нас, для простых россиян, которые вот в пятерочке по акции молоко покупают. Мы должны понимать, мы не Максим Галкин, где-то 50 тысяч баксов срубил за вечер и свалил в Израиль. Нет, мы должны понимать, это наша земля, это наше отечество, наша родина. Поэтому да, мы готовы потерпеть, а что делать? Не натерпелся еще российский мужик за 20 лет, да, не натерпелся. Пусть будет лучше инфляция чуть-чуть. Она, мы к инфляции придем, это они там в Европе, у них там инфляция 10%, они уже ох, ах, а как жить? Как же прожить в этой Европе? На 2000 евро в месяц, а? 150 евро коммуналка, 350 на продукты. Это ж всего 1500 евро остается. Не, поеду-ка я лучше в Россию. 150 евро заработаю, 120 отдам на коммуналку, на 30 поем пальмового масла. Да, поеду-ка я лучше в Россию. Мы к этому привыкли, мы это перенесем. Мы русский устойчивый народ. Мы особая цивилизация. Россия – это особая цивилизация. Мы особая цивилизация. Больше таких терпеливых не найдете. Представитель Албании в ООН вытер ноги о Небензю. Говорит, все это чушь собачья про боевых комаров. Это уже четвертое или пятое заседание, я уже даже запутался, коллеги. Одна и та же делегация созывает по той же теме эти заседания с ничтожным результатом. Ой, да подумаешь, результат ничтожный. Зато у тебя на руке шнурок дешевый, а у меня дорогие часы. Так вот я задаю вопрос. А что, Совету Безопасности нечем больше заняться? Мы уже на протяжении долгого времени слушаем
заявление Российской Федерации, но в очередной раз сегодня господин Эбба-докладчик подтвердил, что никаких доказательств и подкреплений этим заявлением России не существует. Мы не можем подыгрывать этой пропаганде просто потому, что Российская Федерация предпочитает выступать, упивается своими речами и искажает реальность. Да мы и сами как бы знаем, что никаких доказательств нет. Но пропаганда крутится, бабки мутятся. Эти фотографии опубликовал Виктор Суворов. Это состояние противоракетной обороны города Москвы, столицы. Москвичам просто непонятно, почему Собянин приказал расчистить подвалы. А так, пару фотографий. Может, кто-то что-то поймет. Олег Тиньков стал пятым миллиардером, который отказался от российского гражданства. Как бабки зарабатывают, так и русские. А как репарации платить? Не, отойдите, я европеец, я британец, я гражданин. Гауляйтер Херсонской области продолжает отрицательно радовать горожан. Уважаемые жители Херсонщины. Братан, у жителей Херсонщины уже нервный тик начинается, как только они видят в кадре твое лицо. Потому что это значит, или сейчас опять надо эвакуироваться, или надо поплотнее потуже забиться в подвал. А ну давай сегодня хоть чем-то порадуй, а то они там уже на чемоданах сидят. Я принял решение об дополнительной эвакуации левобережья 15-километровой зоны. 1, 2, 3, 4, 5. Все, скорую помощь на левобережье вызвать уже нереально. Все телефонные линии заняты. Сюда попадают Новокаховский, Каховский муниципальные округа, также Олешкинский округ и Голопристанский округ, а также Великолепетихский и Горностаевский округа. Органы власти делают все для того, чтобы провести дополнительную эвакуацию организованно. Поэтому, обращаясь к вам, прошу вас соблюдать спокойствие. Посмотрите внимательно на это лицо. Ну как, стало спокойней? Еще раз подчеркиваю, все то, что делается, это делается в первую очередь для людей. Наша абсолютная задача власти – обезопасить жителей, мирных жителей. Надо же, какой заботливый гауляйтер. Так трогательно, сейчас заплачу. На всех жителей, которые будут эвакуированы в 15-километровой зоне левого берега Днепра, распространяется также право получить компенсацию в 100 тысяч рублей, а также жилищный сертификат, который можно использовать и на левом берегу, на территории нашей Херсонщины, а также в любых других регионах. А те люди, которые 2 недели назад уже один раз эвакуировались, это как, у них уже 2 сертификата получается? Это временная мера. Я уверен в том, что справедливость восторжествует, и наша победа еще впереди. Победа впереди тебя ждет, да? 2 эвакуации за 2 недели.